Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня хочу приготовить салат с тунцом и гранатом. Если вам интересно, как готовится такой вкусный салат, оставайтесь со мной, будем готовить его вместе. Итак, что же нам для него понадобится? 2 отварных яйца, 2 отварные картофелины, морковь отварная 2 штуки, 1 крупная свекла или 2 средние, 1 небольшое яблоко, 1 небольшая луковица, баночка тунца, майонез, соль, перец и гранат для украшения. Буквально 2 горсточки. Приступаем. Все овощи нарезаем мелкими кубиками. Тунец разминаем вилочкой. Можно взять вместо тунца любую красную рыбу, консерву. Добавляем к салату, к овощам, немного соли, перца и майонез. Все хорошо перемешиваем. Яйцо натираем на крупной терке и посыпаем его сверху салата. И украшаем салат зернышками граната. Ну что ж, салат готов, он получается сытным, вкусным, сочным. Надеюсь, что вам этот рецепт понравится и пригодится. А я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Всем до свидания и до скорой встречи!